по заключению нейро ФГБУ нейрозапсид, да? Новосибирский филиал. На реке раздельная, вот смотрите, гибель рыбы составила 3097 экземпляров окуня, 22700 экземпляров лотвы и 932 экземпляра леща. Общая масса погибшей рыбы составила 90 килограмм 400 грамм. Причиной гибели водных биологических ресурсов является природно-климатическое явление. Снижение объема приточных вод привело к изоляции отдельных пойменных участков реки Раздельная от основного русла, что является препятствием скату рыбы, популяции окуня, леща, плотвы в данных изолированных участках Новосибирского водохранилища.